Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня не просто четверг, 21:00 киевское время. Сегодня четверг, ночь, канун Роша Шана. Особый четверг, особый вечер. Готовимся к особый день. И наш урок сегодня с Божьей помощью мы посвятим, как было уже написано, посвятим нашего урока именно этой теме Роша Шана. Самый важный, самый решающий, самый основной день всего года. Мы пытаемся понимать порядок нашей праздники, почему мы начинаем праздновать эти праздники, эти святые дни, почему мы начинаем с Роша Шана, а только потом у нас будет Йом-Кипур. Вроде бы по логике нам надо было по-другому начинать. Йом-Кипур – это день искупления грехов, день, который чистит наш стол от всего, что было в предыдущий год. И мы снова все начинаем. Вроде бы надо было начать сначала Йом-Кипур. 10 дней раскаяния, потом Йом-Кипур, очистить наш стол, чтобы все, что было в прошлый год, мы закончили, оставили позади, и тогда, когда мы чистые, прозрачные и свежие, идем в судный день в Роша Шана. И начинаем Новый год с хорошего настроения. Уже не тащим на собой все ошибки предыдущего года. Вопрос номер один. Вопрос номер два и по тема. Всевышний же любит нас. Он дал нам такой подарок, который называется тшува. Возможность возвращаться к нему. Возможность искуплять все наши грехи. Чтобы мы могли снова приближаться к нему. Если так, тогда логично бы было, чтобы мы по-другому действовали. Что сначала у нас была возможность искуплять наши грехи, исповедоваться перед него, попросить у него прощения, 10 дней раскаяния и Йом-Кипур, день искупления грехов. А когда мы уже совсем-совсем чистые, потом нас судит. Вроде бы, Роша Шана – это день суд. Талмуд нам говорит, мы упоминали, Талмуд нам говорит и в том Роша Шана, о том, что в этот день идет действительно очень строгий суд. Три книги открываются перед Богом. Те люди, которые они не грешники, слава Богу, они еще не праведники, не цадики, им дали еще 10 дней раскаяния, чтобы там на них смотрит их поведение, а только тогда решается окончательно их судьба. Тогда давайте это сделаем лучше. Дадим их эти возможности до суда, а потом, когда они придут в суд, после того, что они работали над собой, после того, что они стояли перед Богом в Йом-Кипур, и благодаря его любовь у них простил, тогда судный день пройдет очень легко, без никакой проблемы. Они уже все сделали. Почему же тогда мы делаем сначала судный день, первого тишрей Роша Шана, а еще 10-й тишрей Йом-Кипур, и мы не меняем порядок. Вообще, почему в первого тишрей Роша Шана мы находим очень интересные слова, которые говорит Ран, рабейну Нисим из Гиронды. Он 646 лет тому назад вернул свою душу Всевышнему в Барселону. Один из самых лучших мудрецов в Испании написал комментарий на вся Тора, на вся Навес Талмуд и много других книг в Кабале. Рабейну Нисим говорит такую вещь, очень интересная вещь. Вот специально Бог сказал, что Роша Шана, судный день, когда он будет судить на всех именно первого тишрея. Почему? Поскольку в первый день в истории, который был 10 тишрей, уже тогда был суд, и в этот суд Всевышний показал свою милосердие, и человек выиграл суд. В первый день творения человек Бог его предупреждал. Не кушай от фрукты, которые растут на дерево, знания на эц адат. И в день, когда ты будешь кушать эти фрукты, ты умрешь. Что делал Адам, мы знаем. Говорит нам Ран, действительно в 10 час Адам поел фрукты с дерева знания и нарушал приказ Всевышнего. На 11 час Бог его судил на смерть. Если бы он его судил на смерть, где бы мы были сегодня?
Но на 12 час Бог делал суд. И в этот суд он показал милосердие человека. И простил его, и сколько лет Адам еще жил? 930 лет. То есть это день, первого Тишрей, сразу в день рождения человека, Всевышний показал большая милосердие и подарил Адам прощение. И дали ему 930 лет. Не может быть лучший день, что в нем Всевышний будет судить нас, чем в первого Тишрея. А почему тогда не сказали, что Йом-Кипур будет на 10 дней раньше, а потом мы будем уже идти к Рош-Ашана после искупления грехов? Это тоже нет. Йом-Кипур тоже имеет свою особую причину, почему он именно в 10 Тишрея. 10 Тишрей – это было в третий раз, когда Моше Рабейну поднялся в горе Синай еще раз на 40 дней, на 40 сутки, после того, что наши предки грешили в грех Золотого Тельца. И в этот раз, когда Бог простил еврейского народу, 10 Тишрей. 10 Тишрей он сказал этот пасук и сказал Бог: «Простил я по словам твоим». То есть это день прощения грехов. И поэтому был установлен в Тора именно 10 Тишрей как день искупления грехов. Это основа всего. Первоначально мы должны знать, что эти дни 1 Тишрея и 10 Тишрей это особые дни. Дни милосердия. Несмотря что идет суд, но этот суд он ведет с любовью милосердия к еврейскому народу. И поэтому суд над нами идет именно в первого Тишрея в Рош Ашана. День искупления и прощения грехов 10 Тишрея в Йом-Кипур, как было тогда, как когда грешили наши предки грех Золотого Тельца. Но чтобы понимать более глубже эту идею, почему именно в Рош Ашана идет суд, давайте будем немножко говорить, что это за день Рош Ашана? Что это за день первого Тишрея? На самом деле интересные слова царь Давид в Тегилим, как он называет этот день. Трубите в шофар в месяц Тишрей бакесе лейом хагену. Что такое слово кесе? Скрытый праздник наш. Скрытый праздник, можно сказать, что он скрытый, поскольку это тоже судный день, и там не такое открытое настроение, праздничное настроение. Но на самом деле это действительно скрытый праздник. Посмотрим остальные праздники, которые упоминаются в Торе. Праздник Песах. Почему мы празднуем Песах? Конкретный память об исходе из Египта. Праздник Шавуот мы празднуем как 7 недель после освобождения из Египта, когда мы получали Тора. И мы начали есть новый урожай. Праздник Суккот, опять. Мы празднуем, сидим в шалаше 7 дней. И в честь чуда, который Бог делал наши предки, как Тора пишет нам, чтобы будете леман ейду до Ресехим, чтобы знали все поколения, что я посидил ваши предки в шалаши, находя, когда они находились в пустыне Синай. Речь идет о облаке, который Всевышний окружал народ Израиль во время нахождения в пустыне Синай. И в честь Йом-Кипур, опять, Тора пишет нам, что это день прощения и искупления грехов. Но когда мы читаем в Тора Рош Ашана, ничего не написано, просто написано, и в седьмой месяц, в первый день, этот день будет для вас святой, никакой вид работы не будете делать, день трубления он будет для вас. Говорит Рамбан, Нахманид, Рабейну Моше бен Нахман, он нам сказал делать праздник, но не комментировал почему, в другие праздники он дает нам логика, что в этом празднике. А здесь он нам говорит только одно слово. День трубления. Что это за день трубления? Что это за праздник, день трубления? Когда мы дальше смотрим и в книге пророки по поводу этого дня, мы находим другую вещь. День трубления – это день праздник. Известные слова пророк Нехемия.
к людям, которые вернулись, Шавей Цион, те, которые вернулись из Бавилона после разрушения первого храма, 70 лет после разрушения первого храма, вернулись из Бавилона в Иерусалим, чтобы построить второго храма, что им говорит пророк Нехемия: «Идите, кушайте жирно, выпивайте сладкое, и посылайте еда те, которые у них этого нет». Поскольку это день, святой день для нашего Господина Бога. То есть это праздник, который в нем надо делать трапезы, так говорит пророк Нехемия. Больше я вам скажу, написано в Шулхан Арух, что в Рош ха-Шана нельзя, и так это на молитва, обратите внимание, на молитва Рош ха-Шана никакое исповедование перед Богом. Мы не говорим в Рош ха-Шана греши, виновны мы, ашан мы, богат мы, как в Йом-Кипур. Даже когда на второй день Рош ха-Шана в этом году мы будем считать молитва Отец наш, Владыка наш, известная молитва Авину Малкейну, первый абзац этой молитвы мы произносим всегда, мы говорим: Отец наш, Владыка наш, грешны мы перед тобой. И в Рош ха-Шана нет. И в Рош ха-Шана мы начинаем со второго абзаца: у нас нет Бог, нет Владыка, кроме тебя. Нельзя упоминать в Рош ха-Шана никакой грех. Это праздник, мы не хотим упоминать никакой грех. А тогда какой смысл, какой идея, какой внутренняя идея этого праздника Рош ха-Шана? И тогда почему мы трубим в шофар? Главное задание Тора – это день трубления, он будет для вас. Это день трубления или это день праздник? Что на самом деле мы празднуем и мы отмечаем в этот святой, великий, решающий день Рош ха-Шана? Он строгий, и он праздничный, он радостный, и он день, когда в нем мы находимся в тонусе. Что происходит в этот день? Раби Саадия Гаон жил больше, чем 1000 лет назад, точнее, он умер 1078 лет тому назад в Бавилон. Один из самых известных гаоны, которые жили тогда в Бавилон. Коротко, его называют Расаг. Он приводит в своем книге не меньше, чем 10 ответов, не меньше, чем 10 причин, почему мы трубим в шофар в Рош ха-Шана. Первая вещь он говорит, что поскольку это первый день творения мира, то есть творения человека, и человек это был первый, который мог получать, понимать о том, что есть Бог, что он является царем, и это коронация царя. И поэтому каждый день וכל год в этот день Рош ха-Шана мы снова берем на себя царство Всевышнего. Идет коронация царя, идет коронация Всевышнего, идет в этот день Рош ха-Шана. И это действительно видно во все наши молитвы. Что мы говорим в Рош ха-Шана? מלוך על העולם כולו בכבודך. Мы просим у него, чтобы он будет царствовать над весь мир. Всевышний говорит, Медраж говорит о том, что Всевышний обращается к нам и говорит: «Каблу Малхуси, берите меня как царя через того, убаме, как вы будете брать на себя царство Всевышнего, ба шофар, будете трубить в шофар». Какое отношение имеет шофар к коронации? Написано, что когда Давид Амелех хотел назначить свой сын Шломо, как его потомник, как его преемник, на кресло царя Израиль, что он сказал тогда к Натану, пророк Натан и Цадок Акоэн, он говорит им: берите шофар возле источник воды Гихон, а там будете мазать его в шемен המשחה, специальный маз от Моше Рабейну, что с этого маза надо мазать царя Израиль, и трубите в шофар, и во время трубления в шофар весь народ Израиль взял на себя царство Шломо над собой. Так написано в книге Шмуэль, в пророк Шмуэль. Получается, что трубление в шофар символизирует коронацию царя. Поэтому говорит Раби Саадия Гаон, первая причина, почему мы должны трубить в шофар, это символизирует коронацию царя над нами в Рош ха-Шана. Получается, что Рош ха-Шана это не судный день. Наоборот, это праздничный день, когда мы празднуем того, мы празднуем коронацию царя. Это торжественный день,
это праздничный день, и как действительно мы говорим во время нашей молитвы в Рош ха-Шана. У нас есть одна проблема. Что по этой проблеме Раби Саадия Гаон дает еще одну причину, почему мы трубим в шофары в Рош ха-Шана. Когда мы хотим давать такое торжественное трубление в честь коронации царя, мы можем взять шофар и делать одно длинное трубление, как мы делаем в Йом-Кипур на исход святого дня, после молитвы Меила, когда все уже голодные хотят бежать домой, мы берем шофар и даем одно длинное трубление. Как у нас в Рош ха-Шана? Ткия, шварим, труа, ткия. Почему столько много трубления? Поскольку, как приводит Таргум Онкелус, трубление, он говорит, евава, это плач, как когда человек плачет. И поэтому мы говорим ту-ту, 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 а потом ту-ту-ту-ту-ту-ту. И это самое главное вещь в трубление, в шофар. То, что мы трубим на длинное трубление до и длинное трубление после, это поскольку в пасук написано два раза «Вехаавартен». Но самая главная вещь, которая в нем написана, слово «труа», «трубление», это не такая торжественная музыка, это не такая веселая музыка. Наоборот, это музыка, которая напоминает другая позиция, как человек, который плачет. Человек, который плачет, это не человек, который у него сейчас торжественное настроение. А почему же тогда, а какой же тогда день Рош ха-Шана? Говорит Рав Саадия Гаон, день Рош ха-Шана – это день тшува. Начинается 10 дней раскаяния. И чтобы у нас была тшува, мы трубим в шофар, чтобы напоминать каждого от нас, что начинается времена возвращения к Всевышнему. И иногда нам надо плакать о нашем состоянии. И поэтому мы трубим в шофар, именно такое трубление, чтобы толкать нас к тшува. Есть хасидская история с Большим Тов. Один раз хасид, который должен был трубить в шофар у Большим Тов, он заранее готовил себя, изучал все каббалистические мысли, которые надо иметь в виду во время трубления в шофар. Но как он подошел трубить в шофар, он все забил. И он расплакался очень сильно. И так, исходя с такой нехорошее настроение, он трубил в шофар. После молитвы Большим Тов его сказал, бывает разные каванот, разные мысли каббалистические во время трубления в шофар. Но самая лучшая кавана – это поломанное сердце, когда человек по-настоящему раскаивается перед Богом. И действительно, перед трублением в шофар написано «Веисва бебелахаш». Написано, что тот, который трубит в шофар, он должен исповедоваться перед Богом, когда он трубит шофар, как представитель всей общины. А тогда что это за день, Рош ха-Шана? Это трубление в шофар в качестве коронации царя? Это трубление в шофар в качестве тшува? Мы объявляем о коронации царя через такое не очень веселое трубление в шофар? День Рош ха-Шана это день праздник, как говорит пророк Нехемия, и мы должны есть жирно и выпивать сладко, или день Рош ха-Шана, это напряженный день, это судный день, который не вписывается очень легко и просто из столи праздничной и так далее. Что же день Рош ха-Шана? Попробуем мы сейчас понимать, что это за день Рош ха-Шана, а тогда нам будет понятно, почему мы начинаем с Рош ха-Шана, а затем Йом-Кипур. Есть интересное письмо, которое Лубавичский ребе написал в 62-й год, 62-й год, 5723-й год, и в дни слихот. У ребе было поведение перед Рош ха-Шана, и потом между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, он написал общее письмо, называется «Михтав Клали», который был преадресован всех сынов и сыновей и дочерей Израиля в любое место там, где они есть. В этом письме Ребе объясняет очень глубокие вещи, что значит Рош ха-Шана.
Мы с вами знаем, что иногда мы теряемся. Мы находимся в такой позиции, что мы чувствуем не связаны никуда. Мы находимся в такой ситуации, что мы должны, мы чувствуем, что надо, минуточку, надо сделать стоп, надо все остановить и попытаться прежде всего понимать, кто мы, куда мы идем, что мы хотим, и в результат мы будем знать, что мы делаем. В наше отношение со Всевышним есть тоже момент. Один раз в году, когда после того, что прошел год, мы чувствуем действительно себя потерянными по связи нашей со Всевышним. И мы чувствуем, что сейчас самый лучший путь будет делать обновление, рестарт. Когда компьютеры, иногда старые компьютеры или старые телефоны, когда они не слушаются, какой самый верный путь вернуть их к нормальный образ жизни, что они нормально работали, это отключить и снова включить. И обновить все связи, а тогда все снова начинает нормально работать. Рош ха-Шана – это день, когда дается нам возможности снова стартовать нашей связи со Всевышним, чтобы все снова начался в этот день. В этот день обновляется наша настоящая связь со Всевышним. Бог нам говорит, начинайте Новый год, если мы хотим правильно начать этот Новый год, как мы должны начать этот Новый год? Обновить наши связи со Всевышним, чтобы знать, кто мы такие, обновить духовную часть нашей жизни, наш связь со Всевышним, снова запустить его, снова точка. И поэтому Тора нам говорит, трубите в шофары в этот день. Иногда есть у нас в жизни глубокие чувства, которые мы не можем произносить словами. Когда Бог нам помогает, и мы испытываем огромные чувства счастья. Дай Бог, что мы будем испытывать только таких чувств. Когда Бог нас испытывает, когда Бог дает нам такой подарок, и мы испытываем огромные чувства счастья в нашей жизни. У нас нет слов, как делиться с кем-то. Что мы делаем? Мы поем песни, мелодия. Почему? Когда нет слов, говорят наши эмоции. И мы начинаем петь песни. Мы можем взять инструмент и начать играть. Или наоборот, когда, не дай Бог, мы испытываем очень большую боль, которую мы тоже не можем произносить, нам трудно произносить словами и объяснить, что мы сейчас чувствуем и испытываем. А тогда говорит тоже наши эмоции. Слезы, крики, плачи. Слова нет. Но мы говорим о хорошей вещи. Мы хотим показать наши глубокие чувства к Всевышнему. Мы хотим показать наши чувства о том, что я и он не как общий народ, я и он. Мы хотим обновить эти личные, близкие чувства и отношения наши к Всевышнему. Это гораздо выше, чем слова. Да правда, мы говорим на молитве «Мелоха лаулам куло бихводеха». Мы просим у него, что он будет царствовать на весь мир. Но это гораздо выше, чем эти чувства. Поэтому что мы делаем? Мы берем в руках шофар, инструмент, и мы даем трубление одна, которая символизирует коронация царя, И мы продолжаем и делаем труа, что это крик нашей души, мы хотим ему сказать, мы хотим быть ближе с тобой. Такой прекрасный пример дает Бальшемтов. Что значит трубление в шофар? Бальшемтов дает пример, а принц, что его папа, царь, его отправил
самые далекие примитивные государства, где там живут самые примитивные люди, которые у них совсем отсутствует культура. Он его отправил туда, чтобы этот принц принесет туда культуру, которая в царский дворец, культура из царской фамилии, и он будет их учить, как надо жить. Но что случилось? Прошли годы, и вместо того, чтобы он будет их учить, они стали его учить. А так он там прожил много лет, а он стал такой же, как они. Стал жить по их культуре, по их традиции, и даже разговаривать стал по их примитивный, некультурный, нечистый язык. И пришел этот день, когда он вспомнил, что я тут делаю? Я же принц! Что и почему я нахожусь здесь? Почему меня окружают такие люди? Почему мое поведение такое? Почему моя одежда такая грязная? Что я так выгляжу? И он начал бежать, вернуться вся длинная дорога до столицы, и он находится возле ворота царя, он питается, чтобы его пустили. Но охранники не понимают, что это за человек сюда пришел. Он даже разговаривает, но по-нормальному не имеет. Он забил язык, который разговаривает из столицы, и тем более в дворе царя. И он начал просто кричать. А когда царь сидит и слушает какой-то крик, он говорит, да, это мой ребенок, пустите его. И так он пробил свой путь назад к своему отцу. Говорит Большем Тов, в Рош ха-Шана мы используем, мы находимся в такой же позиции. Нам очень хочется вернуться домой, нам очень хочется вернуться к царя, нам очень хочется вернуться к Всевышнему. Но мы перепутались в дороге. Мы даже язык забили сказать. После целый год переполнен на разных ошибки. Год переполнен на разных приключений. Что мы уже скажем? В такой день коронации царя, что мы будем его в такой великий день, будем что-то сказать. Мы не виноваты, поскольку там был виноват он, а тогда была такая проблема. Нет, это не день для таких мелочей. В этот день мы хотим сказать, крик нашей души, приближаться к нему и сказать, прежде всего помни, мы твоих сын, ты наш отец, мы твои дети. А мы хотим возвращаться к тебе, быть ближе к тебе. Это прежде всего. И это основа всего. В этот день мы говорим, кто мы такие, мы говорим себя, кто мы такие? Мы принцы, мы сыновей и дочерей царя, мы преданы к Всевышнему, мы его солдаты, и с этого дня и дальше мы будем преданы его. У нас будет полная самоотдача ему, а все, что он нам скажет, мы будем выполнять. Сейчас не время войти в детали, сказать, отец наш, владыка наш, грешными перед тобой. Нет, это детали. Мы сейчас говорим о полной общей самоотдаче нашей души к нему. Это происходит во время трубления в шофар, когда мы берем на себя царство Всевышнего. И вот поэтому это есть Рош ха-Шана. С одной стороны, это день коронации царя, день, когда царь становится царь, и мы берем на себя снова его царство над нами. И это день праздник за такую заслугу, день благодарности за то, что мы его народ, а мы его солдаты. Но с другой стороны, это серьезный день. Что происходит, когда человек идет к царю и говорит, я готов тебе служить? Этот день ты должен предать себя полностью к царю. И в этот день ты ставишь себя в стороны. И в день трубления в шофар, во время трубления в шофар, ты не думаешь о себе. Мы себя ставим в стороны. Мы полностью передаем все, что у нас есть ему. Мы говорим, мы к твоим условиям. Мы здесь, чтобы выполнять то, что ты нам скажешь. И поэтому в трубление в шофар у нас есть тоже такие мелодии, которые не очень радостные, поскольку мы понимаем, к
где мы есть сейчас, а куда мы хотим, куда мы стремимся идти. И поэтому это такой комплект. Трубление такое символизирует то, что наша и полная отдача к царя. И трубление, которое напоминает нас, когда мы находимся, что мы должны делать еще длинный путь, чтобы приближаться к нему. И вот объясняет Ребе в этом прекрасное письмо, почему сначала Рош ха-Шана, а потом Йом-Кипур. Йом-Кипур не имеет места. Йом-Кипур не имеет места перед тем, что будет Рош ха-Шана. Мы сначала первые должны знать о том, что есть царь, что мы преданы ему. А сейчас, после того, что мы знали, что мы уже преданы ему, это серьезное дело. Это не просто слова, мы преданы его. Давайте разберем то, что было, чтобы то, что было, не помешало нам начать этот путь. А тогда мы можем идти, делать чува в 10 дней раскаяния. И в Йом-Кипур Всевышний будет прощать нас на все грехи. Но Йом-Кипур не может быть перед Рош ха-Шана. Перед Рош ха-Шана, перед кому мы хотим возвращаться? Мы должны сначала признавать о том, что мы брали на себя его царство. А только потом идет у нас Йом-Кипур. Вот эти слова Ребе в этот письмо из 62-й год. Я попытаюсь переводить это письмо. Несмотря на то, что дни Рош ха-Шана – это начало 10 дней раскаяния, и в них мы не читаем исповедование Таханун, и мы не читаем молитва о раскаянии за грехи, поскольку чувство соединения наше со Всевышним, через того, что мы берем на себя царство Всевышнего, он поднимает нас на такой уровень, что несмотря за нашей за то, что нас болит наша ошибка на предыдущий, а предыдущий год ошибки, которую мы совершали в предыдущий год, мы сейчас находимся в другое чувство. У нас страх от Всевышнего, мы понимаем, настолько мы от него далеки. Не страх от грех, который мы грешили, страх от где мы и где он. И поэтому чува, который главный смысл – это возвращение к источнику. Она тоже связана, прежде всего, из идеи Рош ха-Шана, коронация царя. И поэтому мы начинаем с Рош ха-Шана. И в Рош ха-Шана мы обновляем на себя, мы обновляем наши связи со Всевышним, чтобы они начали с новой точки, с новой начала. В Рош ха-Шана дается нам эту возможность. Поэтому, друзья, нам нельзя пропускать такой день. У нас в этом году первый день Рош ха-Шана в шаббат. Некоторые думают, все равно нет трубления в шофар, что будем молиться? Нет. Это другая тема. Шаббат, святость шаббат заменяет роль шофара в первый день Рош ха-Шана. Но обязательно нам надо молиться в шаббат первый день Рош ха-Шана. А на второй день Рош ха-Шана, когда мы будем трубить в шофар, мы должны собраться при соблюдении всех ограничений, которые существуют, к сожалению, по сегодняшний день. И именно в этот день отдавать себя полностью к Всевышнему. И я уверен, что Всевышний увидит то, что происходит с нами. Как мы хотим приближаться к Нему. Как мы хотим обновить наши отношения к Нему. Он откроет нам ворота и даст нам этой возможности. Запишет нам в книгу жизни. И отменить все, что происходит по сегодняшний день, чтобы мы могли действительно делать это новое начало в наши отношения. Хочу завершать урок с короткой историей. Если я не ошибаюсь, это было в 61-й год. Известный писатель Эли Визел умер 3 года тому назад. Эли Визел, это был очень известный писатель, он был лауреат, он Нобелевой премии, и в результате книги, которую он писал о Холокост, он сам видел Холокост, видел Освенцев. Эли Визел остался один от вся его семья. Он был очень приближен к Лубавельской Ребе. Но долгие годы после Холокоста он жил своей прошлой жизнью. Он не мог вытащить себя от очень тяжелой, страшной прошлой и начать что-то новое. Он даже не был готов
начать новую жизнь, создать новую семью. Один раз, если я не ошибаюсь, это 61-й год, он пришел к Лубавичскому ребе в синагогу в 770 в Бруклин в день Симхат Тора, в ночь Симхат Тора, когда проходит Акафот. Симхат Тора – это самый радостный праздник, особенно в Хабад, особенно у ребе. И он одел такая кепка, он не хотел, чтобы его замечали, он был без настроения. Но ребе его увидел. И ребе позвали его к себе, ребе его сказал, Элиезер, Эли, это сокращение имя Элиезер. Ребе его сказал, Реблейзер, как так воспринято, он из города Вижница был. Он говорит, как так воспринято Вижница, чтобы вы заходите в синагогу и вы не говорите, Гутьем тали шалом алейхем? И он ответил, ребе, я сейчас в Лубавич, я буду вести себя, как принято в Лубавич. Что надо делать в Лубавич? Ребе ему сказал, в Лубавич, в день Симхат Тора, говорят лехаим. Ребе попросил, чтобы его наливали большой бокал лехаим. Ребе ему сказал, сказать лехаим, он произнес браха и выпил бокал лехаим. Потом он выпил второй бокал лехаим. После третьей бокал лехаим он написал, что ребе сиял. Лицо ребе сиял, и ребе он его спросил, какой браха ты хочешь попросить, что я буду там благословлять тебя. И он сказал ребе, любая браха, которую ребе скажет, то не устраивает. И ребе ему сказал, я дам тебе браха, что и сегодняшний день у тебя будет новое начало. Иногда надо уметь и надо получать силу, чтобы начинать снова. Не всегда в жизни мы понимаем, что надо делать стоп и делать рестарт, и снова начинать все, чтобы все будет как положено, как надо. И ребе ему сказал, я даю тебе такая броха, что сегодня будет у тебя новое начало. Симхат Тора, это был его день рождения, он никогда не писал ребе, что это его день рождения. Поэтому он был в шок, день рождения, это как Рош ха-Шана, это как Новый год для каждого человека. И ребе ему сказал, что сегодня у тебя будет новое начало. И у него действительно, после этой брохи, он начал снова жить. И он начал жить не только с прошлым, но с будущим. И создал семья, и начал новую жизнь. Рош ха-Шана – это тот день, когда Бог дает нам такая браха. Начинать все снова. Несмотря на то, что было до этого дня. И то, что было до этого дня, что мы не успели исправить до Рош ха-Шана, мы разберемся после Рош ха-Шана. В 10 дней раскаяния, и потом Всевышний нас простит в Йом-Кипур из Божьей помощи. Но в Рош ха-Шана – это день. Главное наше задание в этот день. С одной стороны, мы радуемся о том, что мы солдаты Всевышнего, что мы сыновей Всевышнего. Он и владыка наш, и он и отец наш. Но с другой стороны, мы понимаем этой ответственности, что мы даем, мы полностью передаем себя, мы преданы ему, и благодаря тому, что мы преданы ему, мы начинаем наши связи с ним с новой точки. Новая точка, счастливая точка, удачная точка, радостная точка. Желаю вам, друзья мои, это последний наш урок в 5780 год. Желаю вас, что когда начинается 5781 год, чтобы у нас будет новое начало во все, что надо. Теперь нам во все аспекты жизни мы нуждаемся в новое начало. Дай Бог нам новое начало. Удачное начало, удачный год, ктива вехатима това, хорошие записи, печати в книге жизни, на хорошего и на сладкого года, со всем, чтобы все будет новое, новое начало в нашей связи со Всевышнему, новое начало в нашей связи со Всевышним с нами, что у нас будет действительно удачный год во всех направлениях, чтобы все были здоровы, чтобы нас будет окружать только радостные события. И самое главное начало – будет с приходом Машиаха. Дай Бог, что мы заслужили приходом Машиаха уже до начала Нового года. Желаю вам гуд йом тев, и гуд шабес, и гуд йор, хорошего и сладкого года. Спасибо вам за внимание.